четверг, 16 февраля, на канале Домашнем вы сможете посмотреть 4-серийный фильм «Без памяти любя». В нем вы узнаете о том, как Ирина счастлива, любимый мужчина сделает предложение, и они ждут ребенка. Осталось только определиться с датой свадьбы. Но ее мечтам не суждено сбыться. Олег попал в аварию и, помимо многочисленных травм, совершенно ничего не помнит, за исключением бывшей жены Яны и сына. Яна решает воспользоваться случаем и забирает Олега после больницы домой. Ира ищет встреч с Олегом, чтобы показать, как они любили друг друга, пытается воссоздать картинку из прошлого, чтобы к Олегу вернулась память. Но он счастлив с бывшей, и все ее усилия ни к чему не приводят. Ира принимает решение оставить все попытки вернуть Олега и начинает строить свою жизнь заново, ведь ей нужно растить ребенка. Думаю, это одна из тех историй, которые дают зрителю шанс поверить в любовь и доброту людей, которые нас окружают. Наш проект учит быть открытым миру, отмечала актриса Марина Вайнбрандт в одном из интервью.